Привет всем, с вами Лига Мьюзик Лав. Сегодня доктор у нас, доктор с подарками. Итак, короче, у нас осталось примерно 7 минут до окончания всей акции, так что пойдем быстро открывать, в общем, все, что у меня есть. Но за исключением новогодних подарков, их я открываю, конечно же, когда есть задание на звезды. Но сейчас не будем долго разговаривать, а то времени мало осталось. К сожалению, пишется криво, пишет без всяких патретиков, без всего. То есть, ну, проблема небольшая. На новой системе еще пока ничего не настроено. Так что, простите, ребят, терпим. Итак. Контракт наемника. Ненужная вещь, наверное, возможно. Кстати, кто-то выкачал. Я не знаю, он... Кому-то нужен, возможно, кому-то не нужен, возможно. Это, ребят, это бесплатки. 25, получается, бесплаток. Но, к сожалению, много я не смог вытащить. Да, я очень сильно старался. Нету, нету. Ну, все, конечно, хватит. Даже это. Ну, ладно, покупать я не буду, сразу говорю. Нафиг они не нужны. Так. 3 из 3. 7 боев плюс 15. Так, теперь покажи мне блохиша. Так, его я буду. Так, здесь 9 блохиш и 12 миниган. Ну, давайте начнем с чего-нибудь интересного. Ну, 1000, хорошо. Отлично, энергетика сейчас на 8 марта, тем более обновление завтра в 10. Еще, блин, один звезды. А ну правильно, кому не нужен миниган, то как бы это. Да серьезно что ли, последний ящик. Все нафиг. Вот так вот. Ну кому не нужен миниган, тот и валяется. Ну, как ладно. Ну и блохиша надо апнуть хотя бы на один уровень. То есть, ну не знаю, если будет, то будет. То есть, ну тут ящики и за рубины куплены, и за звезды куплены, и бесплатки, тут все в перемешку. Это единственное, как бы, ну, куда я вкладывался. Ну, я думаю, что мне не апнется он, конечно, прям наворочено. Если хотя бы один упадет, уже будет хорошо. Потому что, судя по дропу, тот, который у всех был, ну, тут просто нереально. Ну, хоть один, блин. Представьте, это с 9 уровня, да? Вот такая вот свистопляска. А те, кто-то его в топ апает, смотри-ка, до 18-го там, блин. Вообще просто, я вообще не знаю, как они апают его. Итак. 50 подарков нету. Блин, ну это просто жесть какая-то. Зато у меня теперь куча боев, куча энергетиков, куча генетики. Есть, все, благие 10, есть все. Все круто. Акция удалась. Ох, 1700, нифига себе. Как раз на новую акцию. Там сейчас питомец будет, будут игры разума и будет какая-то вещь. Нано-Ева, может максимизатор будет. Вот. Так что... Ну один-то должен был выпасть. Один хотя бы. Поэтому все. Не тратиться я больше сюда не буду. Звезды, конечно, щедрость. Нафига, 11. О, 11! Не, нормально, хорошо. Два аркона уже здорово. Ну, больше я не вытяну его, конечно. Эх! Эх! Ты-дыц! Все. Все, закончился. Закончился праздник, закончилось все. Буквально 2 минуты. Сейчас все поизменится. Ну а что я могу сказать? Ну, блохиш у меня вышел для 2 арконов. То есть, ну, соответственно, ну нормально. Второй аркон появится и уже более-менее адекватно. Ну ладно, ну и ладно. Нормальненько, короче. Больше не нужен он был. К
сожалению, ну, то есть в таком количестве, в котором он выкачивался, он не получается, тем более качать его за бесплатки и звезды, ну, просто нереально. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте обязательно лайки, если у вас такой же дроп. Ну, а дроп, это, конечно, пуфло. Можно было хотя бы 3 раза вытянуть. Но, к сожалению, видимо, что-то не так. Ладно, всем счастливо, всем пока. Хуйнянь? 我是慧娘